Было это в 2018 году. Напал на меня медведь, пока я собирал волка. Вроде ничего необычного, да? Обычное дело. Но я смотрю. Это... Я сначала подумал, что это мои подштанники зеленые. И думаю, что-то худоватые ноги у меня. Приседания надо поделать, что ли? Потом понял, что, ё-моё, это руки. Это он мне оторвал руки. Ну, самое классное будет, когда я сейчас встану и приду в себя, да? Вот никогда не ожидал, что это может быть такое. Как компас, вот там север, там юг. Ой-ой-ой. Конечно, когда такое случилось, надо быстро-то руки в ноги, ноги в руки. Ну, конечно, надо все подобрать. Там же как будто ножик был выпавший. В безопасное место, там перебинтоваться. А потом уже ему отомстить. Из лука. И еще раз из лука. Ну, в общем-то, все. Всем пока. Пойду делать приседания. Ну, или там анжуманя. И вам советую.